Открыл окно и просил о помощи. Пожар едва не унес жизни троих человек. Возгорание произошло в пятиэтажке номер 71 по улице Куйбышева. По данным МЧС, подъехать к дому было нельзя. А значит, и автолестницу установить не представлялось возможным. Тогда в дело вступили газодымозащитники. В горящей квартире находилось три человека, женщина и двое мужчин. Все были эвакуированы и переданы медикам. Все получили отравление угарным газом. Возгорание было обнаружено в одной из комнат. Пламя ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.